кстати, вода идет хорошо, и вода очень горячая. В квартире Надежды Шиловой возобновили подачу горячей воды. Некоторое время у жителей верхних этажей 27-го дома на Первомайской улице отсутствовал напор в кране. С этой проблемой жильцы обратились в территориальное управление. Мы встречались с нашей администрацией, они приходили к нам. Мы с депутатами встречались, они все это смотрели, они поднимались наверх, поднимались на крышу, на чердак. Потом они приходили по квартирам, смотрели, ну и в конечном итоге решили этот вопрос. Коммунальщики тщательно выясняли ее причину. В результате проверки выявили низкое давление в трубах. Это была запорная задвижка, она не функционировала, поэтому полностью не была открыта, поэтому воды не хватало. Сейчас заменено 3 задвижки по системе горячего водоснабжения, и с горячей водой проблемы в этом доме больше нету. И на этом взаимодействие администрации с жителями дома не прекращается. Сейчас на повестке ремонт кровли и инженерных систем. По другим вопросам тогда будем постепенно решать. По другим вопросам мы будем к вам обращаться, и я надеюсь, что они будут эти вопросы решаться. Буду стараться. Решить волнующий вопрос, который беспокоит жителей Химок, может любой желающий. Для этого достаточно прийти на выездную администрацию. Это формат диалога с муниципальными депутатами и чиновниками городского округа. Здесь принимают обращения химчан и моментально дают обратную связь. Никого не оставили без внимания, каждому объяснили решение той или иной проблемы. Соответственно, надеюсь, люди довольны тем, что обратились к нам за помощью. Выездные администрации на постоянной основе проходят в разных микрорайонах Химок. На этой неделе встреча прошла в стенах 29-й школы на левом берегу. Я увидела, что сюда можно прийти, что все в одном месте, это удобно. Формат хороший, хотелось бы просто, чтобы вопросы решали сразу и обещания, которые здесь даются, выполнялись. Эта выездная администрация стала уже 45-й по счету. В Химках подобный формат диалога с властями практикуется уже более года. За это время отработано свыше 2300 обращений. Следующая встреча состоится 14 ноября в микрорайоне Сходня по адресу Тюкова, 8. Андрей Панченко, Вильфред Демковский, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.